Енисейск – красивейший город на севере края, который я очень люблю. Здесь уникальные природные пейзажи граничат с потрясающими памятниками культуры и истории – храмами, церквями и купеческими особняками. Этот город пронизан особым духом старины, наполнен исконно русской культурой. А еще это место встречи с родным для меня человеком. Люблю смотреть на Наденьку в кадре, но особенная радость – встреча в родном городе. С Мариной Федотовной мы познакомились благодаря телевидению. Много лет назад, во время съемок в Енисейске, она стала моим проводником по городу, историю которого прекрасно знает. А еще она познакомила меня с удивительным занятием – созданием ковров своими руками. До знакомства с Мариной Федотовной я даже не знала, как выглядит процесс придения, с которым связано так много сказок и легенд. Марина Федотовна следит за моими проектами в эфире «Енисея» и часто помогает советами. К ним я всегда прислушиваюсь. Енисейск – город, с которым связаны только радостные воспоминания.